Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Дачные советы». Сегодня у нас 12 апреля. Я хочу всех поздравить с вербным воскресеньем, пожелать всем здоровья, счастья, благополучия и чтобы каждый день приносил вам только позитивные эмоции. И также сегодня я с огромным удовольствием хочу поздравить Ирину Каткову с днем рождения. Это моя подписчица, подписчица моего канала. Мы с ней подружились. Сейчас Ирина сама начинающий блогер и молодой садовод. По срокам, сколько она занимается садоводством, она молодой садовод, 6 лет занимается она садом, но по результатам это, конечно, уже ас, а не начинающий садовод. Ирочка, я хочу пожелать тебе здоровья, счастья, оставаться всегда такой красивой, позитивной, молодой и... Всех благ тебе, моя дорогая. Я очень рада, что мы с тобой подружились, что мы с тобой познакомились. И я надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть. Ирина осенью, как многие, наверное, зрители моего канала помнят, проводила такую акцию благотворительную. Она, в общем-то, собирала все семена, которые у нее остались, какие-то семена, которые она собрала со своих культур, комплектовала и рассылала нуждающимся людям. И я знаю, что... Девочки, многие ее подписчики присылали также какие-то остатки семян. И, в общем-то, все это она сама комплектовала и рассылала за свой счет. Я хочу сказать, что в силу того, что я сама, у меня интернет-магазин, и я отправляю, собираю вот эти посылки, я могу сказать, что на это уходит очень много времени, на то, чтобы сформировать вот эти вот посылки. Ну и плюс еще все расходы она полностью взяла на себя. То есть она и бесплатно семена отправила, и купила все нужное для того, чтобы отправить. Это пластиковые конверты, это зип-пакеты. И, в общем-то, оплатила пересылку. Знаю, что отправляла она эти посылки как раз людям нуждающимся. Это многодетные семьи и люди, которые садоводы, которые живут в каких-то отдаленных поселках, деревнях, где, в общем-то, не всегда можно купить. Даже если у тебя есть желание купить какие-то хорошие семена, но возможности нет. И я, конечно, считаю, что Ирина большая молодец. Спасибо тебе, Ирочка, огромное. Я думаю, что все те семьи, которые получили от тебя вот эти вот посылочки, они очень тебе благодарны. К сожалению, в силу различных причин не каждый может заняться вот такие, провести вот такую благотворительную акцию, пусть даже и небольшую. Ну, причины могут быть разные. Кто-то имеет возможность, но не имеет желания. Кто-то, может быть, желание имеет, но не имеет возможности, либо финансовой возможности, либо времени чисто не хватает. Потому что, еще раз повторюсь, на это уходит очень много времени. И те люди, которые получили посылки, и те, которые не получили, я знаю, что были такие недовольные подписчики, которые писали, что вот вы нам не прислали, мы у вас просили семена, вы нам не прислали. Ну, поверьте, это, во-первых, очень много времени на это уходит. И я так думаю, что Ирина, наверное, отсылала не по 2-3 семечка, а все-таки какие-то такие более весомые посылочки отправляла. И я думаю, всем, кто получил от нее подарки, будет сегодня приятно узнать, что сегодня у Ирочки день рождения. Ирина, я очень рада, что мы с тобой познакомились, еще раз повторюсь, и надеюсь, что мы будем продолжать с тобой дружить и дальше. И также хочу сказать для начинающих садоводов, вот часто, так как в силу того, что я работаю в магазине, общаюсь с садоводами, часто молодые садоводы, начинающие садоводы приходят и просят, дайте какие-нибудь, продайте какие-нибудь семена, допустим, тех же томатов, огурцов, самые дешевые, потому что у меня все равно ничего не вырастает. Но вот как раз, если вы начинающий садовод и, может быть, какой-то не очень позитивный у вас опыт в выращивании тех или иных культур, зайдите на канал Ирины Катковой. Я сегодня прям под сегодняшним роликом оставлю ссылки на 2-3 ролика с ее канала, где вы можете посмотреть, что даже начинающие садоводы могут выращивать отличные урожаи. И я думаю, что даже, ну, многие, наверное, и опытные садоводы могут позавидовать тому, какие урожаи собирает Ирина в Ленинградской области. В общем-то, регион такой не самый благоприятный для садово-огородной деятельности. Вот. Но Ирина молодец. И она делится своими и удачами, и неудачами. И, в общем-то, в принципе, как...
как и положено, как и нужно. Мы также, вот кто опытные садоводы, у нас тоже бывают и удачи, и неудачи, и всякое бывает. Ирина не стесняется, все это выкладывает, все показывает. Я слежу за каждым ее роликом, обязательно просматриваю каждый ролик. Не всегда пишу комментарии в силу того, что просто не хватает времени. Вот. Ну, я думаю, что Ирине, наверное, сегодня будет очень приятно. Я думаю, что она сегодня получит много, достаточно поздравлений от своих подписчиков, потому что она действительно этого заслужила. И также хочу сказать, что когда у нас, допустим, день рождения, мы знаем, что все близкие нас поздравят, друзья поздравят, но, наверное, это будет для Ирины приятной неожиданностью, если ее поздравят подписчики с днем рождения. Ирочка, еще раз поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего-всего самого наилучшего. Оставайся всегда такой же доброжелательной, красивой, молодой. Я очень тебя люблю. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.